Всем здравствуйте, снова я на водоеме. Время опять вторая половина дня, 13:37. Приехал я поймать большого-большого ротана. Думал, лед уже растаял, ночью дождик шел со снегом. Утром маленько дождик пошел. Плюс 5, наверное, где-то примерно, не знаю даже. В общем, поехал, машина стоит, мужики сидят, ловят. Есть сильно мелкий, есть средний. Но мы сейчас будем ловить сегодня на блесну и на очень хитрую наживку. Вот на такую. Мужики говорят, самый крупный на нее будет ловиться. Дали мне кусочек. Сейчас мы вырежем и будем ловить. Сказали, только шерсть всю не обрезать. Оставить. Так что... Ох, не режется никак. Что получится? Что за хитрая насадка? Не знаю. Но попробуем. Что из этого выйдет? Сниму, расскажу. Блин, не проткнуть, я так сломаю. Сломаю крючок свой. Из такой шкуры надо... шубу на рыбалку шить. Во, одел наконец-то. Мне кажется, надо маленько обрезать, но попробуем сейчас. Ну-ка сразу. Что из этого получится? Тонет медленно. Как ей играть, непонятно. Может, всех перепугал, пока сейчас забуривался. Вода на льду. В лунку неудобно глядеть. Есть там кто или нет. Так, пока тишина, нету, значит, такого крупного, на кого приманку дали. Перешел на другую лунку. Тут я бурил ее минут, наверное, 15 уже назад прошло. По прошлому году у меня клювало только через 30 минут. После того, как я бурил. Ну, тогда и лед был в 3 раза толще даже, наверное, 4. Я шуму больше делал. Никого. Мне кажется, меня обманули с приманкой. Вот в этой вот у меня лунке был обрыв. Так что сейчас мы ждем. Ждем большой поклевки. Крупной-крупной рыбы. Кстати, ротанчик остался 2 дня. Пролежал. Даже, похоже, еще живой.
Пошел ко дну, пусть его съедят. Вот. Нет, это не тот. Не тот, должен быть крупнее. Кстати, я маленько шерсти все-таки обрезал, потому что она вообще не тонула. Ну давай, давай, где ты большой, большой, большой? Ой, есть рыбка большая и огромная. Лед стал еще прозрачнее. Я вот сейчас тут вижу приманку и кашу на дне вижу, но только рыбу не вижу. Видел сейчас силуэт ротана проплыл. Плавает как акула кругом там где-то. Ушел в тень, мне его сейчас не видно. Но не активный. О, такой пойдет. Вот такой вот. Грамм 200 да потянет на мышку. Попался на мышку. Ну что, продолжаем поиски трофея. Пока его так и нету. С каждой лунки я поймал по одному. В итоге, наверное, 5 или 6 штук я поймал. Крупнее пока тоже не было. Будем ждать, что попозже, через пару часиков, все-таки он выйдет на охоту. И мы его поймаем. Хотя бы грамм на 500 надо. Надо уже начинать ловить. Сейчас сидел вон там вот тут. Где у меня живчики вчера были, кстати, поймал я одного ротана из трех постовушек. В общем, двух штук поймал, такие вот. И еще два плавают, примерно такого же размера. Через лед видно было. Вот такой. Там, по-моему, покрупнее был. Но тоже неплохой. Сейчас уплывет вода на льду. По всему озеру будут плавать у меня. Все, видимо, по одному, только с лунки. Рыбаки, которые сидели, они сказали с обеда, то есть это полтора часа уже почти было, 1:20. Я зашел, тоже сказали, один клюнет, все, тишина, потом минут через 10-15 еще один. И у них, ну, крупнее было, 2 или 3 поймано, и вообще мелкие. Активности, в общем, так и нету. Я думал, изначально на этой плёсе нету активности. А оказывается, вообще. Позавчера у меня была каша брошена. Так я ничего тут и не поймал. Приходили два рыбака, соседний плёс. Вот у него через лунку или на соседней лунке был хорошенький такой. Грамм за 300 один пойманный.
Так что, может быть, тут где-то в округе и ходит, ходит. Тем более одного-то надо ловить все равно. Нет, этот не тот. Да не тот. И это не тот. Ну, если вот так вот подряд все будут брать, то это будет здорово. Что я скажу? Такая рыбалка мне, может быть, понравится. Подряд, когда подряд же интересно, хоть и маленькие бы. Котлеты с них вкусные. И консерва. О! Поинтереснее экземплярчик такой. Будем пробовать дальше. Рыбалка продолжается. Сегодня пока более интересно проходит, чем был я последний раз позавчера. Сегодня 10 ноября. Завтрашнего дня должно похолодание у нас прийти. Так что, может быть, и клев придет отменный. А пока по-прежнему один, два. Вот такие, покрупнее. Иди отсюда. С каждой лунки по одному хотя бы я поймал. Самое большое с одной 6. Всего, наверное, с десяток примерно поймано. Иду еще на первый круг. По всем лункам еще у меня их тут штук 7 пробурено. Иду по тем, по которым у меня прикормка была. Вчера под вечер я еще там набуривал. Двух, наверное, или трех я поймал. Такая кармашек такой в камыш хороший. Мне понравился. И вот без всякой прикормки там у меня поклевки были. Потом надо там обязательно прикормить. Сегодня я тоже без прикормки не собирался. В итоге потом надумал. Потянуло меня прямо на рыбалку со страшной силой. Думаю, наверное, это знак. Надо ехать. Но потом проверим. Пока вот так вот. Одного поймал, тишина. Пойдем дальше. Здесь прикормлено с самого первого дня лунка. Внутренности должны быть тут животного и каша. А поймал я позавчера всего тут одного. Так что непонятно. Может быть, с этой стороны камыша его нету, что ли. Пробовал, кстати, я тут метров на 5 забуриться. Первый день мы когда с Александром были, не хватило мне бура. По ручку упираюсь. Чувствуется, что лабза все пошла уже. Такая жиденькая. Еще, мне кажется, там сантиметров 30-40. Но я бы ее проткнул. Но не так и не хватило мне пробурить. Думал, вся рыба там, под землей. Потом в итоге провалился. Сапоги начерпал. И не стал лазить больше там по кочкам. Вот так вот. А в этой лунке тишина. Как будто тут никого и нет. Все-таки одного я тут поймал.
Ближе ко дну прям, тут глубина поглубже, видимо. Тоже такой неплохой, но неплохой по сегодняшним меркам. А если сравнивать по этому, то это совсем не серьезно. У меня видео, вот они вот до сюда были. Но по сегодняшним меркам это очень хороший пока ротан. Идет дальше, будет больше, будем ждать. Еще поклевочка. А сейчас на умке сидел, тоже прикормлено с первого дня, и даже поклевки не было, а тут сразу только начал опускать, и ротанчик. Поменьше. Так, ну ладно, пока отключаюсь, батарейку, чтобы сохранить, а то не хватит опять до конца рыбалки. Вот, поперла рыба. Фонарик сегодня с собой взял даже, итог заснять, хотя бы сфотографировать, если до темна досижу. Поймал ротана с леской, с чужой. Я же говорю, что кто-то тут был. Но если у него на таких ротанах она рвется, я не знаю. Порвана тоже, причем под лед получается. Тогда я не знаю, кого он тут хотел поймать. Ну, вообще кого-то никого, только потянул, она лопнула. Что у него там было, не понять. Рот, короче, у него кашей набит, зерно у меня было дробленое, тут вроде цельное зерно, хотя может что-то не про этого, не продробилось. Ну вот так вот тут бывает, оказывается. Как-то его надо пометить. Отдельно сейчас кулечек положу, чтобы найти у него, что там в животе все-таки чужое оказалось. Вот так вот тут. Иду на второй круг по лункам. И что-то, мне кажется, у меня тут не хватает одного ротана. Время без 15:04. Еще, наверное, полчасика посижу и буду выходить, чтобы не потемну. То как-то сейчас хожу, что на тот край, туда через плесу, лед так стал сильно хрустеть. Прямо так неинтересно. Вот ротанчик. А вчера здесь всего одного поймал, или даже не одного. Не помню. Сегодня самая воистая лунка. Грубо говоря, шестой. Хотя, мне кажется, тут должно было быть уже 6. Так, по 2, по 3. Где-то, наверное, еще 5 есть у одной. А так не